день рождения баскетбола! Благодарим доктора Несмита за игру, без него бы не было топ-10 Суперлиги. Открывает нашу подборку Семен Медведев из Шерлока. Не лезь, он тебя сожрет. Зверский блокшот. 9 место. Дмитрий Халтурин получает мяч, разворачивается и вколачивает сверху через Руслана Абдулбасирова. Отличный данк двумя руками от 20-летнего центрового. 8 место. Роман Баландин отдает мяч Юрию Митюку, но лишь для того, чтобы с навеса как следует долбануть сверху. Великолепная люб в исполнении игроков Тамбова. 7 место. Гляньте, что вытворяет Уралмаш. Момент ярче, чем макияж Ники Минаж. Вау! Неймон Райт takes flight. 6 место. Мы все знаем, как умеет вколачивать сверху Джервон Пресли, однако сегодня мы не увидим данков в его исполнении. Потрясающий блокшот от новичка ижевской команды Степана Гонтаря. 5 место. Алексей Курцевич не может принять пас от Сергея Зоткина, и ЦСКА-2 проводит молниеносную контратаку, которая завершается данком Ивана Зайцева. 4 место. В матче против Тамбова Алексей Чиликин был на высоте как в переносном, так и в прямом смысле слова. Отличный путбэк-данк после промаха Даниила Синегубова. 3 место. Помните данк Халтурина через Абдулбасирова на 9-й строчке? Руслан решил платить ему тем же, только сделал он это намного жестче. 2 место. Данки это круто и зрелищно, но передачи тоже ценятся в нашем топе. Великолепный пас за спиной со скоком от пола на открывшегося партнера. Антон Бревнов на 2-й строчке. Ну и наконец, 1 место. Неделю спустя Новосиб решил повторить трюк Русичи. Александр Мартынов делает навес из аута, и Руслан Абдулбасиров вколачивает сверху. На этом все. Следи за Пари чемпионатом России Суперлигой на RussiaBasket.ru и люби эту игру.